Все, лафа осталась. Мост этот. И трамвайных пути. Потом Юнона и прямая до дома. Ой, Талис висит. Вот так вот едешь, кайфуешься. Можешь даже наушник что-то включить. Я не включал сегодня. У меня и так, блядь, нагрел шлем, шапка, еще и камера. Едут челики. И я еду еще нет. О, здесь, кстати, бутылка лежит разбитая. Вот я помню, как она лежала разбитая. Впервые я ее увидел. Мы ее проехали уже, да. Когда еще снег лежал. Вот уже трава распускается, а это тут все еще здесь лежит разбитый. Надо бы веник сойти, купить, блядь. Чтобы эта бутылка ебану просто... Ну и на траву ее нельзя, ее хер надо кладеть разбитая. Сегодня попробовать не трамвайные пути, а вместе с машинками эту прямую въебать. Интересно попробовать. Не, без замоток очень неудобно на нижней хвате. Гамины как сдувает. Пуля. Пиздец, видите? Сейчас против этого ветра вот всю прямую вот от тех дальних домов ехать. Ну или до ТЭЦ, я все-таки лучше видно. Да, ебать его рот. Ну вот тут я на 15 км в час поеду. Что поделать? 15-15. Машинами они очень хорошо ломают воздушный поток. Вполне можно. И не 15 км в час. С другой стороны, все-таки машинами не очень удобно, что есть пешки. Нерегулируемые. И непонятно как. Хоть бы сейчас тормоз не выскочил. Тросик не затянутый. Да что все может быть. Тут мы, да, собственно, в безопасности можем сесть, а можем и не слезать. Нормально. Я обычно знаю, что пешком все-таки ускорение несколько больше. Можно очень быстро перебежать. Но в этот раз вообще никого там не было, поэтому ну спокойненько надо. Ну я очень спокойненько, чуть не обосрался. О, как пить хочется. Очень тепло оделся сегодня, вообще жесть. Весь плотно сейчас домой приеду, охуе. Когда ботинки сниму, такой роман будет на всей квартире стоять. Надо не забыть их в угол поставить, сегодня еще и на смену.
Да, 50 на секунду красного, можно не спешить. Ох, бля. Это победная прямая. Ну, 300, на который обычно езжу. Сейчас очередно отпустили, он, наверное, будет полупустой. Ну, так себе, на самом деле, нормально, там народу. Мужик гейма прописал. Дюкашева. Ну, все. Зелененький. Ладно, хуй с ним, с машины не поеду, поеду с трамваями. Хули мне. Все-таки с машинами как бы красивее выглядит, то что летишь в потоке. Но в трамвае ты как бы едешь спокойно себе. Ой, блядь. Ну это пиздец, конечно. Только из-за автобусом ехать. С таким ветром. Ебаный ветер. Вообще пиздец. Охуеть. Вон он как флаги хуярит. Все-таки надо как-то по нижний ход схватиться, чтобы чуточку поменьше где-то страдать. Таким сильным ветром. Можно не спешить. А сейчас, смотри, я спешил это не спешить. Да можно немножко. А, блядь, песок. А, блядь, все пески. Что, на запись идет? Да, запись идет. Даже лучше сделать. Но он сейчас может, кажется, соскочить у меня со шлема. И будет очень неприятно Сане новую камеру ездить покупать. Ну, иначе меня уже заебало, блядь, соскользит постоянно. Без остановки. Весь путь еду, поправляю, если подметить. Можно снова встать, подождать. Ой, блядь.
ветер, это пиздец какой-то. Это же меня шатает, немножко. Все глаза. Есть, как сильно даже ветер руль поворачивает. Все, не, нихуя не все. Ёбаный рот. Да это ебанешься. Вы понимаете, на что ветра? Сильно болят ноги от такого, блять, ветерка небольшого. Thank you.
очень весело на это смотреть, да. Знали бы вы, как я заебался против этого ветра ехать. Отчаянные ноги, почти как Арджуманя, только ноги качат.